Ты в порядке? Идут. О, снова наш неофит. Что еще? Да, ты, наверное, мне подойдешь. О, нет, у меня нет времени работать твоим мальчиком на побегушках. Горн говорит, ты знаешь, как попасть в гавань. Ага, только туда проход перекрыт. А как туда можно пробраться? В трущобах есть два обелиска. Если ты сумеешь включить их оба, ты сможешь достичь своей цели. Как я могу включить эти обелиски? Я подготовил специальное заклинание и расписал его на двух свитках. Что это за обелиски? Судя по всему, они были возведены для защиты от отрицательных воздействий волшебного спектра. Отрицательных воздействий? То есть они защищают от магии Белиара? А он не так глуп, как может показаться. Да, по всей видимости, эти обелиски были воздвигнуты жрецами Иноса. Они поглощают всю магию тени выше определенного порога. Однако использованию мелких заклинаний они не мешают. И что это означает? Что наши друзья из числа нежити будут в будущем избегать этого места. Однако эффект моих боевых заклинаний останется неизменным. Ну хорошо, давай свои свитки, и мне позарез нужно попасть в гавань. А у меня их нет. Они у моих помощников. А твои помощники? Мертвы. Одного из этих бездарей ты можешь лицезреть прямо отсюда, если немного спустишься по лестнице. Второго тебе придется поискать.
Я включил обелиски. Да, я ощущаю поток магической энергии. Тогда вот тебе ключ от ворот на базарной площади. Они находятся в ее северной части. Гавань как раз за ними. Что? Выходит, мне вовсе не нужно было ходить к обелискам? Как это? Очень даже надо. Иначе я бы просто не дал тебе ключа. Ты обманул меня. Почему это? Ты включил обелиски. Это помогло тебе попасть в гавань. Все честно. Разве у тебя не было планов отправиться в порт? Скоро начнутся проблемы с едой. А, вот и ты. Я знал, что ты доберешься. Диего, как же я рад тебя видеть. Я нашел кузницу в забытом храме. Ха-ха-ха-ха! Выходит, Лирка была права. Лирка? Да черт с ней. Здорово, что ты здесь. Что ты здесь делаешь? Милтона ждем. Что-то он опаздывает. Расскажи мне, что ты обнаружил в храме. Кузница и в самом деле существует. Кузница существует, но я обнаружил в храме нечто куда более важное. О чем ты? Об истине. С местью мне придется подождать. Здесь есть более важные проблемы, которые мне сперва предстоит решить. Горн сказал, ты пытаешься проникнуть в крепость? Да, мне нужно срочно поговорить с Дакой. Но к крепости не подобраться. Всех незнакомцев сразу хватают по подозрению в сообщничестве с Друрхангом. А что это за Дака? Лучшая шпионка на службе у короля. Из всех только она осталась на нашей стороне. С ее помощью мы могли бы доказать Хагену нашу невиновность. Твою невиновность? Друрханг в свое время подставил нас. Ему нужно было от нас избавиться. Но вместе с войском Хагена мы все еще могли бы спасти этот город. Но как все-таки можно пробраться в крепость? Мильтон сказал, что у него есть на примете человечек, который мог бы помочь. Но я-то сам думаю, что будет неумно класть все яйца в одну корзину. И что ты собираешься делать? Ступай ко мне в дом и обсуди это с Лестером. Последние несколько дней он был только и занят тем, что раздумывал, как бы просочиться в крепость. Друрханг, это еще кто такой? Барон-грабитель на службе короля. Ну, по крайней мере, был им когда-то. Он объявил себя новым королем и захватил бастион. Друрханг сидит в королевской крепости? Нет, не в крепости. В бастионе, что возле восточных ворот Торниары. И где тут твой дом? Да, просто идти по улице вдоль берега до конца. Как упрешься в ворота, все. Пришел.
Ты кто такой? Кто ты? Я союзник. Меня зовут Ксардас. Я видел тебя у входа в храм. Ты что, призрак? Мужчина Ан-Назири? Нет. Ты сейчас видишь перед собой астральную проекцию. Я же сейчас нахожусь в своей башне, к востоку от Туушу. Чего ты от меня хочешь? Хочу тебе помочь. Я наблюдал за тобой еще с тех пор, когда ты жил на Фишире. Ты — это он. Так ты говоришь, что хочешь помочь. А с чего это мне тебе верить? Это не важно, веришь ты мне или нет. Важно лишь то, что ты делаешь. Что я делаю, зависит от того, во что я верю. Ты делаешь то, что должно. Это у тебя в крови. Это мы еще посмотрим. Ну ничего себе! Мой друг целый и невредимый! Я смотрю, ты тут неплохо себя чувствуешь. Меня Диего послал. Диего? Вам удалось встретиться? Мильтон пока не появлялся еще. А у вас как дела? Мы сумели найти не один вход в крепость, а аж целых три. Только Раутер, Джилви и Даранис никак не могут договориться о том, какой из них выбрать. Может быть, они хоть тебя послушают. Раутер, Джилви и Даранис? А что они здесь делают? Это тебе лучше спросить у них самому, мой друг. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары.
Будь я проклят, если это не мой старый друг! Раутер, как дела? Как твое путешествие? Ты имеешь в виду мое плавание? Я блевал все время, пока был на борту. Мне определенно больше по нраву мочить зомбаков на твердой земле. Лестер думает, ты знаешь, как попасть в замок. Это так? Я тут поглядел на старые городские карты. Диего отдал их для изучения Даранису. Он все равно полагает, что его план самый лучший. Но я на этих картах кое-чего нашел. И что ты нашел на тех картах? В самой бойкой части базарного квартала есть старый переулок. Он идет вдоль южного края крепостного рва. Лопни мои глаза, если эта дорога не в саму крепость. Хм, и где западня? Тебе надо будет прорваться через эти мешки с костями. Но это же ведь проще простого, разве нет? Да ты на них только дыхни, они тут же и повалятся. От такого-то перегара и бык на ногах не устоит, это точно. Там просто идеальное место для рукопашной. Если внимательно посмотришь на карту, то увидишь, что там сплошь углы да узенькие улочки. Трусливым магам и лучникам там просто негде развернуться. Выскочил из-за угла, хрясь его разок по черепу, и все, готов. Ты пойдешь со мной? Ну, я... у меня есть другие дела, дружище. Важные задания, а? Что же это, интересно, за важное задание? Короче, Диего спрятал в своем доме, недалеко отсюда, кое-какое ценное добро. Нордмарский дымок, кактусовая самогонка и даже вино из архалосского винограда. Это же все очень ценное, верно? И Диего сказал тебе присмотреть за его винным погребом? Диего сказал, что мне нужно за всем тут следить. Все довольно однозначно, да? Понятно. Проклятая нежить! Эти твари снова захватили верхний город. Так, и кто это тут у нас? Джилви, какая неожиданность. Как ты здесь оказалась? Мир тесен, да? Я прибыла с Зирой на корабле. Из Туушу. Так Зира в городе? Где она? Мы расстались в порту. У нее были какие-то дела. Понятия не имею, где она сейчас может быть. У вас был корабль в Туушу? У Зиры был корабль. А ты вообще откуда Зиру знаешь? Ну как, из Расколотой Девы. Именно там мы встретились в первый раз. А какие дела у Зиры в Терниаре? Понятия не имею. Ты же ее знаешь. Что привело тебя в Терниару? Краглан приказал мне поискать членов нашей гильдии на той стороне поля боя. Но еще даже не начинала. Никак не могу выбраться из города. Я должен попасть в крепость любой ценой. Лестер говорит, ты знаешь, как туда попасть. Ага, я повстречала человека по имени Снаф. Он работает у короля поваром. Ему самому нужно срочно попасть в замок. Но его дом окружила нежить. Если бы ты расчистил ему дорогу до крепости и проводил, он, наверное, замолвил бы за тебя словечко. И тогда стражники бы пропустили тебя внутрь. Что ты здесь делаешь? Кого я вижу? Добро пожаловать! Даранис, как я рад тебя видеть! Ты возмужал. Ну что, поможешь нам освободить мой родной город? Так ты из Терниары? Да. А ты не знал? Я держал при храме магазин магических товаров в портовом районе. Ты же местный, наверняка тебе доводилось слышать имя Дака. Дака? Благородная леди, имеющая отношение к королевскому двору? Ходят слухи. И что же за слухи ходят об этой Даке? Обычная ерунда. Некоторые говорят, что она любовница короля, другие, что она его рожденная втайне дочь. А некоторые
Даже утверждают, что она порой наносит визиты простым людям со скандальными намерениями. Лестер говорит, ты знаешь, как проникнуть в крепость? Пока еще не знаю, но как раз работаю над этим. Ну и чего ты уже наработал? Ответная часть этого круга телепортации находится в крепости. Но пока что, за все то время, что мы были здесь... Нам так и не удалось туда телепортироваться. Зачем ты тратишь на это свое время? Потому что существует возможность активации каменного круга при помощи командной руны на расстоянии. Я создал голема и отправил его в мой магазин за старой командной руной Мильтона. Но я уже начинаю волноваться. За голема? Он уже давно должен был вернуться. Видимо, с ним что-то случилось. А с чего ты думаешь, что твой план лучше, чем у Раутера или у Джилви? В отличие от них, я могу гарантировать тебе, что ты попадешь внутрь крепости. И? Найти голема для мага не составит большого труда. В районе причала атакующих довольно легко сбить с толку, да и подстрелить тебя там будет непросто. Я бы и сам попытался. Но, увы, в последний раз я применял боевую магию лет так... 10 тому назад.